командир. Этот совет наций был собран перед лицом инопланетной угрозы, чтобы согласовать запуск проекта XCOM. Вы были избраны на пост руководителя проекта. Именно вам предстоит возглавить нашу первую и последнюю линию обороны. Ваши действия окажут влияние на будущее всей планеты. Призываем вас ни на секунду не забывать об этом. Удачи, командир. Mayday, 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 hier ist Falke, wir sind getroffen und stürzen ab. Ich wiederhole, wir sind... Сэр, это последнее сообщение. Вызываю Вуду-3-1. Вас отправляют в Германию. В 19:00 по местному времени на Землю упало несколько неопознанных объектов. Мы знаем, что это не обломки спутника. Вероятно, у этих объектов инопланетное происхождение. Вскоре немецкие власти получили сообщение о массовой истерии и погодных аномалиях в районе происшествия. Позже данных не поступало. Центр, я Рейнджер. Мы нашли место крушения. Слышу вас хорошо. Есть движение? Никак нет. Внизу все тихо. Ясно. Садитесь рядом. Дельта, мы это видим. Уходите с открытого места. Тот, кто это сделал, может атаковать и вас. Дельта-1, у вас впереди куча обломков. Укройтесь за ней. Так, теперь бегом к ближней машине. Дельта-2, теперь вы, двигайтесь к обломкам. Эти обломки дают не лучшую защиту. Впереди есть место, где можно укрыться получше. Дельта-3, идите вперед к машине. Центр, вижу движение. 30 метров к северу от меня. Переместитесь к следующей машине, там позиция лучше. Дельта-4, проверьте объект. Расстояние большое, и вам будет негде укрыться. Надо преодолеть участок побыстрее. Вот же черт. Дельта-4, что видите? Кажется, это разведчик, сэр. Боже, ну и вид. Это ваш человек на связи? Нет, сэр. Не знаю, кто это. Доктор, что он говорит? Он говорит, помогите. Радиосигнал идет из точки к северу от текущей позиции отряда. Судя по мощности сигнала, передача ведется из здания. Спасибо, доктор. Дельта, заходите в это здание. И не светитесь, помните про укрытие. Центр. Тут просто море крови. Можете понять, чья это кровь? Центр. Похоже, я нашел еще одного из разведотряда. Точнее, то, что от него осталось. Бред какой-то. По виду он мертв уже неделю.
Какая странная смерть. Мне кажется, его как будто разорвало изнутри. Как будто что-то вырвалось из него. Сэр, наблюдаю объект. Разрешите приблизиться. Разрешаю. Это единственное прикрытие между вами и зданием, и мы пока не знаем, что вас там ожидает. Что видите? Прием. Понятия не имею, что это за штука, но это не спутник, точно вам говорю. Вас понял. Отряд Дельта, здание близко. Продолжайте движение. Так, теперь пора зайти внутрь. Дельта-1, перед вами окно. Загляните туда. Я на точке. Все чисто. Вас понял. Укройтесь в здании. Дельта-2, видите дверь впереди? Выбейте ее. Все понял. Центр, вижу цель. Объект вооружен. Дельта-2 понял вас. Не отходить, всем занять позиции. Держите дистанцию. Доктор, попробуйте с ним поговорить. Вдруг получится. Скажите, чтоб бросил оружие. Попробую. Халло. Кёнен Ди Мишерен. Виа Зинхир ум инен цу хельфен. Битте, ласен зире вафен фален. Похоже, он в шоке. Не расслабляйтесь. Не нравится мне все это. Дельта-3, заберите у него оружие. Осторожно. Так, Дельта-2, слушай меня. Приготовиться к стрельбе. Отлично. Дельта-4, путь свободен. Уходите оттуда, укройтесь. Бросьте гранату в противника перед вами. Сейчас они начнут контратаку. Дельта-4, у вас за спиной еще один. Боже. Дельта-2, теперь вы один. Надо бить наверняка. Постарайтесь зайти к этой твари с фланга. Вот так. Теперь вы отлично видите цель. Огонь! Центр. Все готово. Все чисто. Вас понял, Дельта. Возвращайтесь назад к Рейнджеру и позаботьтесь о телах. Так точно. Летим домой.
Что это за существа? Понятия не имею. Но они чуть не угробили отряд наших лучших бойцов. Ладно, я пойду. Начальство ждет в центре управления. Их технологии намного превосходят наши. Значит, доктор, нам с вами придется поработать. Добро пожаловать в штаб XCOM. Я офицер управления Брэдфорд. У меня две задачи – контролировать полевые операции и держать вас в курсе событий. Я постараюсь вас лишний раз не отвлекать, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном. Кстати, в казармах есть солдат, который ждет повышения. Это как раз по вашей части. Командиру XCOM просьба прибыть в казармы. Повторяю, командиру в казармы. Шеф, вас ждет солдат вооруженный. Это в казармах. С последнего задания из отряда Дельта живым вернулся только один боец. Я бы посоветовал его повысить. Как известно, каждый солдат уникален. Этот парень отлично работает с тяжелым вооружением. По мере того, как он будет набирать боевой опыт, ему стоит и дальше развиваться в этом направлении. Теперь, кроме обычного оружия, у этого бойца появится гранатомет. Думаю, пришельцы будут неприятно удивлены. О, шеф, доктор Вален хотела видеть вас в лаборатории. Там, похоже, что-то важное. Командиру XCOM просьба прибыть в научную лабораторию. Командиру в лабораторию. Добрый день. Я доктор Вален, глава исследовательского отдела. Все научные разработки, которые нужны проекту XCOM, делаем мы. Мы уже занимаемся инопланетными предметами, которые попали к нам после первого контакта. Судя по всему, на основе технологий чужих можно разработать снаряжение и для наших солдат. Если вы не против, мы попробуем понять, что там можно сделать. Благодарю вас, шеф. На работу потребуется какое-то время. Мы вам сообщим, когда все будет готово. Командиру XCOM просьба прибыть в центр управления. Похоже, командиру вас уже заждались. До свидания, шеф. Да, кстати, если вы вдруг опять наткнетесь на технологии чужих, зовите меня. Я с радостью ими займусь. Командиру XCOM просьба прибыть в центр управления. Враг испытывает нас на прочность, шеф. Пришли сообщения о двух нападениях в разных странах. Мы можем ответить только на одно. Страна, которой мы поможем, передаст нам больше ресурсов. Однако в стране, которой мы не станем помогать, усилятся панические настроения. Боюсь, шеф, вам придется сделать выбор. Принято. Бойцы уже ждут вас в ангаре. Шеф, отправляя бойцов на задание, вы можете выбрать, кто войдет в состав отряда. Я взял на себя смелость вызвать нашего ветерана. Его боевой опыт пригодится остальным.
Готовимся к высадке. Летим в Китай, там сейчас неспокойно. По данным... Вы стойте на месте. Пусть боец, который находится ближе к зданию, заглянет туда. Потом начинайте движение. Так, теперь открывайте дверь. Тихо, чтобы себя не обнаружить. Теперь ищите укрытие внутри. Хорошо. Теперь нам надо занять крышу. Посмотрите, как туда можно подняться. А вот и они. Внимание всем! Выдвигайтесь в сторону противника, займите укрытие, без команды не стрелять!
начинать! Отлично. Передаю командование взводом командиру Экскома. Я остаюсь на связи, буду давать советы по мере необходимости. Помните, ваша броня выдержит только пару выстрелов из их оружия. Будьте начеку. Удачи. Они. Гранатомет нашего ветерана в два счета снесет укрытие пришельцев. А если очень повезет, то и самих пришельцев заодно. Ну, если он только не промажет. Ведут плотный огонь! Вы молодцы, Штурм-1. В лаборатории все готово. Ждем вашего сигнала. Только скажите, и мы сразу начнем работу с новыми предметами.
Стрелки — наш авангард. Они первыми бросаются на врага, последними отступают. Мы приступим к работе, как только прикажете. Шеф, мы получили сообщение от Совета. Я рад приветствовать вас, командир. Мы хотели бы поздравить вас с недавней победой. Мы понимаем, что вы стояли перед трудным выбором и были вынуждены решать, кому оказать помощь. В любом случае, вы превосходно справились с задачей. Мы вознаграждаем вашу работу, как и было оговорено. Удачи, командир. Надеемся, она и впредь вас не оставит. Совет понимает, что вы приняли верное решение. Другое дело, что нам катастрофически не хватает ресурсов. Но надежда еще есть. Главный инженер придумал, как нам оставаться в курсе событий. В нашем оперативном штабе мы постоянно отслеживаем обстановку в странах, входящих в Совет. Страна, в которой уровень паники достигнет критического, выйдет из Совета и лишит нас финансирования и другой поддержки, разумеется. Насколько Совет доверяет проекту XCOM, можно увидеть на шкале над главным экраном. Инженеры называют ее «шкалой судьбы». Командиру XCOM просьба прибыть в центр управления. Командиру в центр управления. Шеф, доктор Валин говорит, что исследования продвигаются, но ей нужно еще какое-то время. Да и нам есть чем заняться. Наконец-то заработала спутниковая сеть, и мы готовы начать сканирование воздушного пространства. На это уйдет несколько дней. Готовы чертежи для системы наведения. Мы закончили работу над проектом, и теперь моему отделу совершенно нечем заняться. Если не возражаете, мы проведем вскрытие тел пришельцев. У нас есть трупы, которые ваши ребята принесли с двух последних операций. Вы же понимаете, если мы хотим победить... Спасибо, шеф. Командиру XCOM просьба прибыть в инженерный отдел. Повторяю, командиру в инженерный отдел. А, мое почтение. Я все ждал, когда же вы зайдете. Добро пожаловать в инженерный отдел. Здесь мечты ученых воплощаются в реальность. Вот, кстати, доктор Валин передала нам новые чертежи. Если дадите добро,
мы начнем производство. Рад сообщить, что мы закончили работы над системой «Цель». Она уже вооружейной. Командиру XCOM просьба прибыть в казармы. Повторяю, командиру в казармы. Готовое снаряжение и оружие из инженерного отдела отправляют в оружейную. Командиру XCOM просьба прибыть в оперативный штаб. Повторяю, командиру в оперативный штаб.